Интересное место я нашел, да? Интересное место. Догадайтесь, где я. Это для телевизоров, которые смотрят. Может сюда заехать. Для чего я сюда приехал? Ну, пункт номер один. Несколько вопросов у меня возникает. И то, что мне понравилось. То, что город нас прекратил строиться. Представляете, да? В свое-то время цена на недвижимость в Магнитогорске была всего лишь в 3 раза дешевле, чем в Москве. Сейчас мы расстроились, и что получается? Ну, ребят, так же не делается. Так же не делается. То есть мы не будем торопиться. Я прекрасно понимаю, это Магнитострой, что рано или поздно он скажет, а все-таки у нас же есть хрущевки. А ведь Владимир Владимирович сказал, что больше хрущевок не будет. Представляете, как легко можно, сломав хрущевки, построить там 16-этажки и получить замечательный центр города. Вот такой центр города. Теперь возвращаясь на круги своя. То есть с левой стороны от меня казачья переправа. С правой стороны от меня различные сервисные центры. То есть давайте определимся, где у нас есть замечательные сервисные центры для автомобилей. Их, по сути, не так уж и много. Их вообще не так уж и много. То есть если это раньше были специализированные центры, где вы могли обслуживать автовазы, а москвичи и газы, то сейчас это дело закончилось. Вы сейчас там ничего себе сделать не сможете, поверьте мне. То есть центры разбрелись по округе. То есть сегодня, сейчас мы вам показываем то самое место. То есть это и есть автомобильный центр. То, что справа находится. Вот, представляете, вот там. Автомобильный центр. И в этом автомобильном центре вы сейчас себе можете взять то самое место, в котором вы можете себе сделать все, что хотите. Вот это круто. Проедем, посмотрим. Итак, куда мы едем? Мест в городе для ремонта авто много. И вам решать, где ваша машина может обслуживаться. Другой вариант. Где лучше? И один из вариантов – это изумительные боксы на левом берегу, в районе Казачьей переправы. По сути событий, гаражей там много, вот боксов мало. Так, чтобы заехать хорошо, но нет желания строить бокс, вы можете здесь и организовать свой бизнес. Без косяков и без аренды. Что же лучше? И вот оно, хорошее место. 300 квадратов с готовностью 75%. Что в этом плохого? Чуть-чуть желания, и это ваше право на правильное существование, а не на кормление арендодатора. Да, пока еще здесь все не круто. Ну и что? Зато добраться до суда легко, и трамвай, и маршрутка. Так что, господа, есть желание, есть и место для ваших амбиций. Ну вот пока-то да. Потому что нигде везде и не всюду строили сервисы. Я был во всех странах мира, представляете? И в Турции был, естественно, в Индии был, в Китае был, вот. На Кубе был. И в других странах я тоже был. Сервисы, конечно, не такие должны быть крутыми. Но крутые сервисы, это, конечно, хорошо, но в крутых сервисах вы платите деньги. Все остальное делается вот так же. То есть мы вам показываем то самое место. Вот за этим гаражом есть замечательные боксы. 300 квадратных метров. То же самое вы легко делаете. 75%. А все остальное вы делаете уже сами для себя. То есть, ну, представляете, да, 300 квадратных метров. Что хотите, то и делайте. Цена вопроса, да, не такая уж и большая. И вы, в принципе, позвонив по указанному телефону, можете понять, где все это делается. Замечательный центр города. Здесь, по сути, событий, да? Есть другие места, да? Там, сям, пятое, десятое, но не то, что должно было быть. Здесь вы можете делать, представляете? И делать это хорошо. Возвращаясь к вопросу, куда ехать. И мы не будем говорить о успехе тех, кто восстанавливает или ремонтирует ваши автомобили. И, естественно, здесь вы машины можете купить. А почему бы и нет? С правого берега вы переезжаете налево. И по сути событий, никуда ехать-то и не надо. Казачья переправа. Переехали, вверх поднимаетесь, и вот оно, то самое место. А здесь уже сами думайте. И это может быть и для вас, и для вашего бизнеса. Может быть и авто, а может быть и другое. И телефон, естественно, запишите.